Всех приветствую, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, Blacks Infinity, и это свершилось. Наконец-то дождались новая серия сериала Готэм, о боже мой! Готэм. Возвращение Джеромы Валески. Вы так страстно просили меня сделать Готэм, что я больше не могу. Предупреждение, последний раз. Один раз делаю. Если хоть раз напишите, когда Готэм, а он будет выходить по субботам. Запомните, по субботам реакция на Готэма. Мне похуй, когда он выходит. Мне его некогда смотреть по будням. У меня и так график забит. Я буду смотреть его в пятницу и выпускать в субботу. Пишите в личку, в группу, на ютубе, в комментах. Бан, пермомент. Все, меня заебали вы. Все знают, что Готэм выходит в субботу. Он выходил в субботу и на первой половине. Не несите, пожалуйста, хуйню, блять, в каждом комментарии, плиз, реакцию на Готэм. Ладно, давайте начнем. Прикольно, Зас. Зас крутой, конечно, такой. Сделали из него персонаж такого вроде приятного, на взгляд. Вроде такой урод отпетый. Ну хз такое. Хорошо тут. Это ее реальная мать или они так актрису Почему подобрали? Зачем вернулась? Они пипец как похожи. Они пипец как похожи. Конечно. Мам, родная. И все равно, прошлой ночью она прогуливалась по рельсам после разряда в 10 тысяч вольт по черепушке. В Готэме вообще кто-то погибает? А возможно, что она не была мертва, а просто вышла из морга. Прикольная отсылка от самих сценаристов. Правда, это не меняет того факта, что первая половина третьей сезона говнище лютое. Это не морг, а мотель. И его свадьба. Да ты... Ну не бесите меня, не беси, ну не беси, тупая курица. Какая же она тут? Он сзади к тебе с ножом шел зарезать, а... Ёб твою мать! Начинается вот это вот. Я не понимаю, подождите. Уже 11 минут прошла, Джером, спасителя Готэма нету. Они опять свою херню мутят. Давайте уже, дропайте это. Мне надоело, я устал. Ли совсем с ума спятила. Войну за этим начала с Гордоном, он ее смотрит. Я не могу. Давайте Джером уже побыстрее. И всего лишь шестеренки в гигантском нелепом механизме. Подъем! Нихера. Культ собрал. Джокер собрал культ Джокеров. Держитесь крепче за штанишки, вы. Прикол. Давайте, покажите его уже, покажите. Жду. Блич, найди меня потом. Джим, не надо! И все мимо. Ну да. Зараза. И он не выстрелил. Тоже мне. Лучший да, стрелок. Помните, как он тупо из пистолета так... И с какой-то дистанции тупо убил на бегу чувака. А тут со снайпы не смог Джеймса Гордона. Ну, такое. Понимаете, такое. Я надеюсь, все понимают мои претензии. Это самые банальные претензии. Знаете, что-то на уровне трех иксов, которых я сегодня посмотрел. Хотя там бредовье, конечно, было. Ну ладно. Понятно. Понятно. Значит, на тебя ведет охоту Зас, который говорит, что дело он всегда доканчивает до конца. Кто там? И ты его не убиваешь. Интересно. Джеймс Гордон убьен. Убьен. Ничего не сказать. Отец? Кто с тобой заодно? Я понятия не имею. Слушайте, вы устали. Вы не спали много дней. Вы едва... Ну, короче, я понял, это план Нигмы. Но это слишком предсказуемо, что он забьет своего секретаря. Но это Нигма все придумал. Нигма, этот... Мистер Штеммель, телевизионщики готовы. Пора давать интервью. Вы не видели мэра? А Кобл просто даун.
Угар. Кармайн, отмените приказ. Зачем? О, разумист. Вирус полностью подчинил его. Он безумен. Почему ты хочешь? Смотрите, разумистка. Прошу, отмените приказ. Бля, пиздец! Это же самый разумный персонаж в истории сериалов! Ты говорила о ненависти и мести. Но лишь чтобы скрыть то, что на самом деле пугает тебя. Сценарные ходы еще не перестают удивлять в сериале Готэм. Она оказалась умнее, чем я думал. Ну вот о чем я говорил. Зачем его было убивать тогда, когда можно пострелять и сейчас? Ну правильно? Ну можно. Ну зачем убивать, если можно еще постреляться с человеком, который хочет тебя убить? Ну логично же, конечно, очень логично. Здорово. Привет. Бросай его, Джим. Сегодня твое время умирать. Не его. Не слушай его, Джим. Джим, на тебя напали. Стреляй, в твоей жива. Квартире. Ты можешь убить его, давай. Тебе ничего не сделают. О, разумисто. Работа отменена. О. Можешь идти домой. Иди домой. Понял, босс? Пацаны, простите, думал, будет нормальная серия Готэма после финала третьего сезона, где там более-менее так. А тут нам подают серию без Джерома. Хотя, говорю, ну, сейчас он появится в конце, в самом. Мне жаль. Мне жаль. Мне тоже. Будь моя воля. Я бы тебя убил. Ты был бы мертв. Ой, блядь, разумист. Сука, так ты, блядь, всеми командуешь, идиот. Ой, я не знаю. Ой, я не знаю, ребят, я не знаю. Ну, это разумистская серия. Бывают в Готэме разумистские серии. Вот одна из них. Самая разумистская серия. Нет! Ну, как я и говорил, Нигма. Ну, а кто еще, ну, кроме Нигмы, ну? Да, конечно, Нигма, ну, ребят, ну, че, ну, тут изи. Отличная работа. А, это тот чувак! Да ладно. Это тот чувак, который внешности меняет. Без сомнений. Намаз. Голос получился не совсем тот, но тут уж... Ну ладно, тут логично хотя бы. Ветка с Нигмой. Интересная получилась, интересная. Браво, мальчики. Пингвин Рик. Пора браться за него. А, они его еще не воскресили. Понятно. А я думал, Джером будет в серии. А его не будет в серии еще. Серия о разумистах. Вот он, вот он. Ну, даже не воскресший, но этот лол. Вот Джеромик. И все, на этом все. Да. Ну, такое. В общем, ребят, я посмотрел новую серию Готэма. Ну, это позор. Я не знаю, я... Вы опять наставите дизлайков, начнете писать херню какую-то в комментах. Мне насрать на вас. Серьезно. У меня должно быть свое мнение. Мое мнение таково. Я неспроста хейчу этот сериал. Первый сезон был нормальный. Все согласятся. Первый сезон был отличный даже. Но то, что сейчас происходит, ну, это какой-то... Просто бред. Ну, это просто бред. Давайте посудим. Сюжетная ветка Ли Томпкинс. Значит, что она делает? Она приходит к Брюсу. Говорит, ты урод, убил моего мужа. Что происходит потом? Она нанимает Фалькона, чтобы тот нанял Заса, чтобы тот убил Джеймса Гордона. А потом она приходит к Барнсу. До этого она его, конечно, не видела в таком состоянии. Приходит к Барнсу и понимает, что Брюс-то не просто, неспроста убил ее муженька, и такой, и она такая приходит, нет, Кармайн, не убивай Джеймса, не убивай. Не убивай Джеймса Гордона, пожалуйста, не убивай его, пожалуйста. Вот, короче, сядь, суть серии, значит, Ли Томпкинс сначала очень сильно зла на Гордона, а потом не очень, а потом вообще не зла, то есть, прикольно.
Интересный сюжет, интересно. Вот это вот длилось 10 минут. Вдобавок к тому, что Джеймс мог решить все проблемы, просто убив Заса в нужный момент. И все. Его чувак капитан полиции. Ему ничего не сделали бы. Лол, Зас — это известный преступник. По идее, вот, блядь, что, сука, он его в живых оставил. Он так идет, пистолет не работает и уходит мимо. Но это самая тупая, бредовая ветка в этой серии. Это пиздец. Это просто, это меня взбесило. Вот когда меня серия бесит, это уже плохо. То есть бывает, что скучно. Бывает, что, ну, как-то не очень заходит. Но когда раздражает, вот это уже другое дело. И вот это вот меня очень сильно напрягло, то, что так, две тупости в одной сюжетной ветке. Ну, дальше. Давайте по возрастающей. Сюжетная ветка с Селиной. Её мамой, по сути, не нужна. По сути. Ну, вроде как нужна. Она раскрывает Селину каким-то образом. Ну, что она такая? У нее есть мама, вот таким образом. И раскрывает зачем-то маму. И там какой-то сюжет у них выстроился, что какой-то чуваку мать Селины должна долг, и он пошел к Уэйну. Да. Конечно, тоже. Ветка, конечно, тоже крутая. Очень ждали мать Селины. Просто намеков на Санта-Барбару нету. Но тут меня ничего не взбесило, в принципе. Здесь просто скудновато и неинтересно. Мне, ну, честно, неинтересно. В принципе, про Селину Кайл, ну, сейчас вот, вот это одной серии хватило бы с ее мамой. И она бы куда-нибудь уехала. Далеко и надолго. Но нет, будут мусолить, так как не знают, что еще придумать. Джерома не показали. Главное разочарование, мне писали. Джером будет. Главное, что они написали, что в конце на 5 секунд. Я думал, хоть на минуту. Ну что, он посмеется хотя бы. А он вообще еще мертвый. Ну, то есть так наебывать нельзя, конечно. В личных сообщениях всех забаню, кто так наебал меня жестко. Вот. Но боль... Ничего так была сюжетная ветка Нигмы, когда он пытается отомстить пидорасу-пингвину. Ой, то есть пингвин, лол, просто пидорасу. Нормально так. И надеюсь, все-таки этого пидораса ебаного убьют в конце, потому что геев держать в сериале... Нет, ну точнее, можно. Если персонаж в комиксах не был геем... Нет, если персонаж в комиксах или его вообще не был в комиксах, он гей, то окей. Но если он, сука, в комиксах был... Ну, поняли мою претензию. Типа, пингвин был натуралом. Это, блядь, пиздец, он самый лютый натурал в альфа-вселенной. А тут он гей, блядь, пидорас. Готэм, ты все проебал. Ну, конечно, пингвина опять показывают дауном. Ну, типа, ну, как обычно, унижают пингвина в сериале Готэм. Я не знаю. Ну, короче, вот чисто... Вот чисто вот так посмотреть, но это плохо. Но хорошие моменты, вот именно веткой Нигмы в конце, именно в конце с веткой Нигмы были. А так вообще очень скучная, очень нудная и очень бесячая серия. Я ставлю ей 2 из 5. 2 из 5. Вердикт выношен. Комментаторы, не пытайтесь там писать, типа, ой, блядь, ты дан, смотри, значит так. Не смотрю вас, тупо. Если будете там обзывать, обсирать, у меня должно быть свое мнение, в бан. Заебали. Тупо в бан. Можете просто высказать свое мнение. Блэкс, а знаешь, а вот мне серия понравилась. Вот под каким-то таким вот... Вот нормально, объективно. Приму. А вот срач вот этот устраивать не надо, пожалуйста. У нас канал нормальный. Ну... Нет, на самом деле. Ладно, все, ребят, с вами был я, Блэкс Инфинити. Смотрел новую серию Готэма. Опозорился опять, сериал. В общем, как-то так. Все, всем удачи, пока, берегите себя.